Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S6 Lite вводить секретные коды и также некоторые из них. Чтобы вводить секретные коды, достаточно просто открыть приложение телефона, клавиатуру на нем и вводить секретные коды здесь. Первый код на сегодня — это у нас решетка, звездочка. Точнее, звездочка, решетка 1, 2, 3, 4, решетка. Это у нас версия прошивки устройства. Открывается. Следующий код на сегодня — это у нас звездочка, решетка 0, звездочка, решетка. Это у нас тестовое меню, в котором мы можем проверять разные функции телефона, такие как, например, цвета: красный, зеленый, синий, сенсор, колонка, нажатие, камера, вибратор и все остальные функции телефона, точнее планшета. Следующий код на сегодня — это у нас звездочка, решетка 268-3662, решетка. Это у нас сервисное меню, в котором у нас есть какие-то функции, которые у нас могут переместить, к примеру, к информации Wi-Fi. Следующий код на сегодня — звездочка, решетка 0228, решетка. Это у нас статус батареи, то есть ее состояние. Следующий код — звездочка, решетка 0808, решетка. Это у нас можно поменять здесь режим USB. Следующий код на сегодня — это у нас звездочка, решетка 2663, решетка. Это у нас расширенная версия прошивки планшета. Здесь можем найти намного больше информации относительно его прошивки, чем в предыдущем коде. И последний код на сегодня — это у нас звездочка, решетка 06, решетка. И это у нас показываются данные: email, MIID и серийный номер устройства. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.